Интересная вещь. У пациента с диареей, дискомфортом, может небольшой потери веса во время колоноскопии ничего существенного не обнаруживается. Может небольшое смазывание сосудистого рисунка. Воспаление. Какова ваша тактика и что? Нужно ли брать биопсию? Этот вопрос сейчас как раз и обсудим. Здравствуйте, друзья, уважаемые коллеги. Хотел бы представить еще один случай для плейлиста эндоскописта для канала BMS Endoscopy. Хотел бы рассказать сегодня про микроскопический колит. Это хроническое заболевание толстой кишки с неизвестной этиологией, не до конца изученной, характеризующейся в основном водянистой диареей без крови. Существует несколько видов – это коллагенозный, лимфоцитарный и неполный. Достаточно часто встречается микроскопический колит, примерно 119 случаев на 100 тысяч населения. Чаще болеют пожилые люди, чаще женщины, чаще мужчин в 3 раза. Также у этих людей нередко присутствуют другие аутоиммунные заболевания, в частности целиакия. Риск заболеть микроскопическим колитом при целиакии увеличивается в 70 раз. Нередко это заболевание поражает курильщиков и людей, принимающих ингибиторы протоновой помпы, нестероидные противовоспалительные средства, средства от депрессии и ряд других лекарств. В причинах микроскопического колита, предполагаемых, повторю, этиология до конца не изучена, в причинах отмечают воздействие инфекционных агентов, воздействие различных стимулирующих веществ на стенку, на слизистую оболочку толстой кишки, а также неадекватный ответ иммунитета на эти воздействия. В клинической картине главенствует водянистая диарея. Она без примесей, без крови, и примерно 12% из всех больных, которые жалуются на диарею, мы можем выявить микроскопический колит. Также он характеризуется ночной диареей, недержанием кала, болями в животе, потерей веса, и этот диагноз очень важно дифференцировать с синдромом раздраженного кишечника. Но для микроскопического колита характерен все-таки водянистый стул, а для синдрома раздраженного кишечника это чаще кашицеобразный. И при микроскопическом колите частота стула более 3 раз в сутки. Это 5, 10, до 20 раз. При СРК это все-таки 2, 3, до 5 раз в сутки. В диагностике микроскопического колита мы не должны забывать исключить инфекцию. Для этого делают посев кала и ПЦР крови. Не рекомендуется для больных с подобными симптомами сдавать фекальный кальпротектин. И, конечно, золотым стандартом для такого заболевания является колоноскопия с биопсией и последующим патоморфологическим исследованием. В эндоскопической диагностике, кстати, клинические эндоскопические признаки встречаются всего лишь в 16% случаев. Они характеризуются слабо выраженной гиперемией, слабым отеком, небольшим налетом, вкраплениями, высыпаниями. То есть при микроскопическом колите очень важно обращать внимание даже на мельчайшие изменения. Здесь может быть как выраженный рисунок, так и смазанный сосудистый рисунок. Здесь может быть геморрагические высыпания, компонент, легкая ранимость при маневрировании в просвете кишки. Это могут быть трещины по типу кошачьих царапин. И для заболевания этого не характерны изменения в подвздошной кишке. В эндоскопической диагностике, конечно, имеет значение тщательная подготовка толстой кишки. Если толстая кишка не готова, то подобные малозаметные изменения могут быть пропущены. Нужно, как я уже говорил, внимательно смотреть толстую кишку. И очень важным является правильно выполнить биопсию. Для этого необходимо забрать не менее 3 фрагментов из правой половины толстой кишки и не менее 3 фрагментов из левой. Делением кишку на левую и правую является селезеночный изгиб. В патоморфологическом исследовании мы видим основных 2 вида – это коллагенозный и лимфоцитарный. Для коллагенозного характерно утолщение коллагеновой выстилки более 10 микрометров, а для лимфоцитарного колита критерием является увеличение интраэпителиальных лимфоцитов не менее 20 на 100 эпителиоцитов. Также для обоих видов характерен воспалительный инфильтрат, усиление, увеличение воспалительного инфильтрата в просвете, в стенке.
И также я хочу здесь сказать о неполном микроскопическом колите. Неполный, он также делится на коллагенозный и лимфоцитарный, и при неполном увеличение коллагенового слоя может быть 5-10 микрометров, то есть не попадая под полные критерии, но при этом мы ориентируемся здесь еще и на клиническую картину. Если клиническая картина соответствует, то 5-10 микрометров – это тоже является критерием неполного коллагенозного микроскопического колита. Для лимфоцитарного аналогично. Не будет 20, но 10-20 – тоже является критерием при наличии соответствующей клинической картины. В лечении важным препаратом является пероральный глюкокортикостероид будесонид. Торговое название буденофальк – это кишечно-растворимые капсулы. Он основной препарат для того, чтобы ввести больного в индуцировать его ремиссию и поддерживать ее. Эффективность он проявляет в более чем 80% случаев. Здесь я хотел бы рассказать о нашем клиническом случае. Здесь, несмотря на критерии, это молодая женщина, 35 лет. Она впервые обратилась на колоноскопию с жалобами на дискомфорт в животе, периодическое послабление стула без четкой связи с приемом пищи. Она курит. Ее в анализах было без отклонений по в общем анализе крови, мочи, по данным ультразвукового исследования брюшной полости. И, как я сказал уже, она обратилась на колоноскопию впервые. Здесь мы видим в просвете кишки малозаметные признаки. Но если быть внимательным, то можно обратить внимание на мелкоточные вкрапления, на отечность, на легкий налет, смазанный сосудистый рисунок. Как видите, эти проявления могут быть не везде. Если мы посмотрим другие отделы этого исследования, то мы можем увидеть здесь также мелкоточные вкрапления. В узкоспектральном осмотре их особенно хорошо видно. Но также при этом осмотре мы также видели, что нету вообще никаких проявлений. Здесь абсолютно нормальные есть участки толстой кишки наряду с измененными. В морфологическом исследовании мы обнаружили увеличение эндотелиальных лимфоцитов до 27, и это может соответствовать лимфоцитарному колиту. Пациентке был назначен будесонид в стандартной дозировке 9 мг в сутки с нормализацией стула в течение первой недели лечения. Итак, подытожим. Для микроскопического колита характерны жалобы – это водянистая диарея, внешний вид этого больного обычно пожилая курящая женщина, употребляющая различные лекарства, и эндокартина у такого пациента будет близкая к неизмененной. И очень важно не забыть выполнить биопсию не менее 3 фрагментов с правой половины кишки и не менее 3 с левой. В заключение хотелось бы сказать, что микроскопический колит – относительно редкое заболевание, то есть все-таки мы его периодически должны встречать. И частота микроскопических изменений при этом очень незначительна, не более 16%. Важно поговорить с таким больным предварительно до обследования. Это позволит запланировать выполнение биопсии и установить правильный диагноз. Здесь, конечно, имеет значение мультидисциплинарный подход, который определяет современное отношение к данной патологии. Большое спасибо за внимание. Я думаю, лучше взять такую биопсию, если нет проблем с патоморфологической службой и ее перегруженностью. Потому что мы это часто обсуждаем с больными, и я им говорю, что, возможно, мы по результатам морфологии не выявим никаких изменений. Но так как колоноскопия – это непростое исследование, в принципе, к нему и больной должен подготовиться, и для эндоскописта это непростое исследование, как со стороны мануальных навыков, так и со стороны знаний, так и со стороны организационной всей истории. Поэтому, на мой взгляд, при выявлении каких-либо изменений лучше сделать биопсию. Это не так сложно, это не так долго, и это, возможно, действительно изменит судьбу пациента. Особенно, если ты видишь подобный фенотип, и ты, видя, что к тебе обратился пожилой человек с большим количеством диагнозов, соответственно, употребляющий большое количество медикаментов, ты уже,
в принципе, делаешь для себя какой-то определенный вывод. Эта тема стала для нас актуальна с появлением этих больных в клинике, нашим появлением наших знаний об этой патологии, а также с приходом патоморфологической команды морфологов, которые владеют знаниями в отношении этого заболевания. На мой взгляд, пациенты совершенно не стесняются рассказывать, что их беспокоит, обращаясь на колоноскопию, которая, повторю, в принципе, непростое исследование для больного. Я думаю, в данный момент им уже нечего таить, утаивать от врача. Они рассказывают все абсолютно, что их тревожит. И если больной не спросит про стул, не расскажет сам про стул, то обязательно его спросим мы. Съемки проходят очень комфортно, спасибо. Очень все грамотно организовано. Нам очень нравится приходить к вам, рассказывать наши клинические случаи. И надеюсь, вы еще нас позовете много-много раз.